Всем привет! С вами Татьяна, и вы на канале Татьяна Inspirational. И сегодня у меня видео о покупках октября месяца. Покажу, что я купила в этом месяце. Осуществляла покупку в двух разных интернет-магазинах. Первый – это магазин «Пчелка» в группе ВКонтакте. Вот уже стопочка купленных вещей перед вами. И второй магазин – это «Мир крестиком». Интернет-магазин «Мир вышивки», всем известный. В основном покупки у меня связаны с тематикой, которая вот-вот скоро наступит. Это предстоящий Новый год. Поэтому и тематика покупок фактически вся на эту тему. Фактически, но не вся. Итак, значит, поскольку... Первые два, они не связаны у нас с Новым годом. Я, наверное, начну с них. Ну, вот такую вот открыточку, милую открытку вкладывает интернет-магазин «Пчелка». У меня это уже вторая открытка, пойдет в мою коллекцию. Спасибо за покупку, «Пчелка», ваши Иришки. Другая открытка, такой у меня еще нет, поэтому будем пополнять коллекцию. Ну и давайте смотреть, что же я назаказывала. Начала я вышивать на флизелине бабочек от фирмы «Вдохновение». И это дело мне уже очень понравилось. Что я решила, что надо бы заказать мне, наверное, еще таких бабочек. И вот я заказала именно на флизелиновой основе бабочку «Цитозия Библс». Вот такая вот в оранжевых... черно-оранжевых тонах. Очень красивый бисер здесь. Чешский, прециоза. Нравится мне комплектация с той точки зрения, что бисер нумеруется. И если какие-то остатки останутся, то можно понимать, куда их можно применять. Это большой плюс. Я очень уважаю производителей, которые... Ну, уважительно относятся к своим клиентам и считаю, что, наверное, скрывать номера ниток и номера бисера, ну, наверное, смысла никакого нету. Это просто дает возможности платформы для зарабатывания других средств другим людям, да, которые создают цветовую карту, палитру ниток, палитру теперь бисера. Ну, как бы можно было бы упрощать жизнь всем. Таким образом, и здесь вот в фирме «Вдохновение» я благодарна за то, что они свой бисер нумеруют. Есть у меня видео на канале сравнение двух наборов от фирмы «Вдохновение». Это бабочки на перфорированной пластиковой основе и бабочки на флизелиновой основе. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Проходите, можно посмотреть это видео. Вот такую вот бабочку. Ну и еще одну бабочку, которая тоже в моем вкусе, это бабочка «Махаон». Вот такая вот очаровательная, тоже на флизелиновой основе. Есть у меня идеи, что можно делать с этими бабочками, как их оформлять, которые именно на флизелине. И я думаю, что у меня все получится, это будет круто и будут замечательные подарки. Ну вот опять же, да, бисер. Все замечательно, все здорово. Бери и шей. Нитки есть, иголка есть в комплекте. Нужна только основа, на которой вы хотите вышивать. И еще один, не имеющий никакого отношения к Новому году и тематике, еще одна позиция. Это вот такой вот шикарный блокнот с перфорацией. Честно говоря, я хотела купить золотой. У меня есть мысли, что сделать на золотом блокноте, но, в общем, почему-то я взяла белый. Был и золотой в наличии, но я почему-то взяла белый. Если кто-то не видел, если вдруг еще кто-то не видел таких блокнотов, вот как он выглядит. Вкладывают девочки схемку, которую можно вышить, но... Не знаю, воспользуюсь я или нет, потому что как бы, ну,
Вот так. Есть глянцевый белый лист, который может заклеить всю вашу вышивку. И вот сам блокнот состоит вот из таких листов. У меня есть совершенно, на мой взгляд, замечательная идея, как можно использовать этот блокнот, в качестве чего. Но вопрос только в том, когда дойдут у меня руки. Перфорация достаточно крупная. Соответственно, вышивать данную работу придется, я думаю, что далеко даже не в два сложения. Как бы мне пришлось вышивать вообще три или четыре сложения. Вот в таком вот zip-пакете был прислан мне этот блокнот. Ну, а дальше пошла новогодняя тематика. Заказала я вот такой вот органайзер от волшебной страны в виде рождественского колокольчика. Ну, наверное, было бы очень здорово взять этот органайзер и использовать его в каком-нибудь рождественском наборе, вышивая игрушку какую-нибудь рождественскую или какой-то новогодний сюжет. Я думаю, что любой рукодельнице это будет очень-очень приятно. Единственное, что меня удивило, у старых органайзеров в комплектации всегда есть маленькая заготовочка деревянная. Но у этого набора нет. Видите, я даже не вскрывала упаковку. То есть только сам органайзер и заготовочки к нему нет. Но это не столь важно, а важно, что тематика Нового года, она создает соответствующее настроение. Ну и там же я заказала еще один набор. Мною любимая жар-птица на тематику Нового года. Это вот такой вот рождественский олень по разработке Анжелики Ивановой. Размер готовой работы 17 на 12 сантиметров, выполняется на пластиковой основе. Очаровательнейший олень. Есть у меня Новый год, Дед Мороз и Снегурочка, но в этом году у меня не получится их вышить, так же, как и этого оленя. Буду планировать их на следующий год, и есть у меня идея создания композиции, используя вот этих трех, вот эти три фигурки. Надеюсь, у меня все получится. Вот, и оленя этого я задумываю немножечко не так, как он исполнен здесь. Ну, а как оно будет к тому моменту, когда я его создам, это покажет только время. Ну, а сейчас мы перейдем к еще одной покупке, которая была сделана в интернет-магазине «Мир вышивки» на сайте «Мир крестиком». И такую визиточку вкладывают менеджеры своей посылки. И первое, с чего я бы хотела начать, это очень необычная вещь. Я вам сразу покажу две. Я купила две. Одну купила себе, одну купила в подарок. Это вот такие две совершенно потрясающие скакалки. Ну, поскольку мы рукодельники, мы любим, когда все очень красиво, то, соответственно, нам нужно, чтобы все было красиво. И я подумала о том, что даже пироги печь можно очень красиво. Обратите сразу внимание, в двух разных пакетиках пришли скакалки. Один вот в таком шебуршащем, а другой вот в таком зип-пакетике. И наклеечки наклеены. Когда эти скалочки были изготовлены, вот эта скалочка в марте была изготовлена. Скалка эта с зимним узором. По-моему, как-то она и называется также зимний узор, да, она называется. То есть такая вот новогодняя тематика. И пройти мимо новогодней тематики я просто не смогла в преддверии грядущего будущего Нового года. Получается очень красивый рисунок, судя по тому, что нам показывает сайт. И я думаю, делать какие-то пироги красивым рисунком или печенье, это будет очень красиво. Есть, конечно, скалка в два раза больше, большая. Там цена, конечно, у этих-то маленьких завышенная, на мой взгляд. Но я думаю, что это того стоит, потому что изделия получаются очень красивыми. И, ну, я считаю, что
Нужно, нужно, нужно. Я не жалею потраченных денег. Это очень красиво, и любая хозяйка это оценит. Второй узор я вообще на самом деле принципиально брала разные. Он называется Дамаск. Ну, я не буду открывать запаянный пакет, потому что я еще не решила, какую из я буду дарить подарок, а какую оставлю себе. То есть вот такой вот восточный стиль в скалочке используется. И это выглядит очень-очень красиво. Честно, я не знаю, может, я вообще себе обе оставлю. Буду жадина и оставлю обе себе. Но мне кажется, это отличнейший подарок. Вот такая скалка женщине на Новый год. Потому что, ну, не только на Новый год, а в принципе, особенно если, да, человек любит готовить. Такую найти где-то в магазине достаточно, ну, в обычном магазине, гипермаркете, ну, я во всяком случае не видела, будет очень сложно. А здесь такая тонкая работа, ну, очень красиво. Вот, вообще склоняюсь вот эту оставить себе, а вот эту вот зимнюю подарить, поскольку хочу подарить на Новый год. Соответственно, тематика все-таки должна быть зимняя. А себе оставлю это. Но мне вот это тоже очень-очень-очень нравится. Я прям, ну, говорю, может быть, буду жадина и оставлю обе себе. Ну, и еще два набора, которые я приобрела в интернет-магазине «Мир вышивки». Они тоже на новогоднюю тематику. Это наборчики от МП студии. Первый наборчик. Вот не подписывают они свои названия, по-моему, по морозу босиком, если я сейчас не ошибусь, называется этот сюжет. Очень нравится мне эта серия, именно в разработке МП-студии. В данном случае здесь используется дизайнерская канва. Выполняется она на AIDI 18 аккаунта. И используются нитки гамма. Дизайнер Анжелика Иванова. Я прям всю серию себе хочу этих кошек. Кстати, забыла сказать, размер готовой работы 16x23. Хочу всю себе серию. В последнее время я вообще что-то подсела на кошечек. И вышиваю у себя мишки с котятами. Вышиваю коты на крыше. Ссылки на эти видео я оставлю в инфобоксе. Купила себе котов-обнимашек от фирмы Миадола. В общем, кошачья тема прям прослеживается. Но вот эти коты, это просто вот моя любовь. Я хочу всю серию и потихонечку хочу начинать их делать. И именно вот этими сюжетами украшать дачу. Вот такой один набор. И второй из этой же серии. И тоже он новогодний сюжет. Нет, наверное, вот это по морозу босиком. А вот это ты постой, красавица моя. Скорее всего. Да, ты постой, красавица моя. А это по морозу босиком. Тоже вот такие вот новогодние котята. Тоже 18 аккаунт. Размер работы такой же 23x16. И тоже выполняется на дизайнерской канве. Но только дизайн уже вертикальный, а не горизонтальный. Ну, влюблена я в этих кошек. Прям слов у меня нет. По студию отлично их разработала. Я видела этих кошек у какого-то еще производителя, но не помню. И так на меня отшивы и разработки не произвели впечатления, как эти. Буду поскупать также потихоньку всю серию. Но поскольку преддверие Нового года, соответственно, и сюжеты я выбрала вот такие новогодние. Вот такие покупки у меня в этом месяце. Пишите свои комментарии, как вам мои закупочки. Нравится ли вам то, что я приобрела, что бы вам хотелось бы или было бы интересно в первую очередь увидеть в отшиве. Быть может быть, вам бы хотелось бы посмотреть обзор.
У меня есть уже некий план по выпуску видео до Нового года, но я учла бы ваши пожелания на новый сезон после Нового года. Почему есть план на выпуск видео? Потому что есть план по выполнению работ до конца года, соответственно, и все видео будут выпускаться относительно этого плана, если у меня получится его следовать. Пока я так думаю, что у меня получается. Неплохой темп я взяла. Не знаю, насколько хватит моих сил его удержать. Но если я буду продолжать в том же духе, то я, наверное, сделаю все и, быть может, даже чуть больше. Вот. На этом буду заканчивать. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если вдруг они у вас возникли. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я всем желаю хорошего настроения, успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!